Здравствуйте, Алексей. Это ваши клиенты из Одесской области. Набрали у вас 5 сортов фундучка осенью. Вот они пережили зиму в Одессе. Это вот у нас шедевр. Еще даже не снимала этикетки. Это у нас... Вот не забыла сорт, но... А это еще один у нас. А, как он? Тоже вот не помню сорт. Надо посмотреть, записано в тетради. Вот Галия. И трапезундик. Трапезунд. Думала, что он все не пережил. Но нет, он чуть-чуть позже остальных. Сначала эту почку пустил, а потом и еще две почки вышли. Спасибо. Будем надеяться, что все дальше будет все хорошо.